Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья. Мы вот здесь находимся в автосалоне MG. И вот, пожалуйста, машина. Цена у него 105 тысяч реалов. Делим на 3,74. 3,74 получается у нас цена этой красавицы. Такая вот машина. Интересная. Китаец. Здесь можно на 5 лет в рассрочку купить. Для этого нужна икома. То есть рабочая виза должна быть у тебя. И там указывается, какой у тебя уровень, то есть зарплата какая. Ротип, короче. Они на это смотрят. И автоматически каждый месяц будет списываться определенный процент. То есть ты 10% от стоимости машины платишь. Например, 10 тысяч ты заплатил. Вот из 105 10 тысяч заплатил. Остальные 90 тысяч ты просто там платишь в течение 5 лет. В течение 5 лет делишь на 60. То есть, ну, 5 лет это 60 месяцев, да? 60 месяцев это 90 тысяч, 60 месяцев, по 1500 в месяц ты платишь за эту машину. У тебя просто с карточки списывается, с твоей заработной карты, и все. Это лучше, чем ты в аренду берешь машину, да? Зато ты уже на ней ездишь, зарабатываешь, встречаешь людей, паломников, да? И работаешь на этой машине. Понятно, да? То есть вот такая вот идея, вот такие вот моменты. Можно это все тоже обсуждать. В прошлом ролике, когда я в мечети был, я вам как раз про это говорил, что у нас братья занимаются, именно таксуют. Ну, это, конечно, мне неинтересно. Паломников встречать на таких мне неинтересно. Здесь нужна большая, именно большая машина, чтобы можно было багаж и этот, как его, поставить, и людей побольше. Машалла. Вот это мне интересно. Че? Внутри, да? Суканов. Я говорю, рассчитываю, смотри. Она, например, 100 тысяч стоит, да? Ты 10% платишь, 10 тысяч заплатил. Остальное 90 тысяч на 5 лет дели, 60 месяцев, по 1500 тебе каждый месяц платишь. Чем за аренду мы платили? Мы сейчас за аренду заплатили 3000 реалов. За две недели мы катались вот на Королла, на Тойоте Королле. 3000 мы заплатили сейчас. Бензин я еще не считаю, сколько мы заплатили бензин. Представляете? То есть мы за 2 месяца уже, считай, оплатили машину. Представь, да? Ну, вот это мне нравится. Ой, какой, смотри, цвет такой прям приятный цвет. Цвет вообще приятный. Вот это тоже. Вот это, смотрите, 84. То есть ты 8 тысяч платишь, остальные 76 тысяч на 5 месяцев, на 5 лет, и все. Представляете? Спокойно ездишь на машине, через 5 лет она твоя полностью. Расплатился. Так, вот багажник, сейчас посмотрим. Потому что у нас паломников много приезжает. Приезжать надо же и уезжать. А, здесь, скорее всего, она не открывается так. Она изнутри открывается, Акимбай. Походу у нас тут изнутри. Нету, да? Не нашел? Пентюльку. Ну тут вообще что-то тут было, братан. Тут вот есть эта резинка. На нее нажимаю, но она нету. Нету, да? Акимбай. Странно. Где-то что-то. Где у нее? Кто в комментариях, напишите, где открыть? Где кнопка? Где кнопка у этого багажника? Напишите, пожалуйста. Люди, наверное, знают. Смеются над дилетантами. А? Акимбай, дилетанты мы с тобой. Ну факт, что платишь ты 76 тысяч. В течение 5 лет ты платишь. Ну, в общем, нормально.
Нормально, 1500 реалов. Меньше даже 1500 реалов в месяц. Вот такие вот условия, братья. Можно спокойно хорошую машину взять, встречать паломников. Потому что постоянно VIP приезжают. А у нас ребята, вот, которые занимаются на машинах, да, ну, кто-то вот купил Kia, кто-то Innova покупает, кто-то, ну разные, разные машины. С люком, что ли, он? Оху, причем на весь потолок. Ездят вот так, встречают людей. Пожалуйста. Вот, братья, идеи для бизнеса. Для тех, кому интересно, скажите, Ланур, меньше 1500 в месяц будешь платить, да? Ага. У тебя, причем зарплатные твои карты будет списываться просто и все. А вот здесь где нажимать? Прикинь, тоже где-то у него. Вот так вот. Братлар, давайте, приезжайте. Будет возможность зайти в Toyota сервис. Я, конечно, в Toyota зайду. Но вот такой вот китаец удивил. Я вообще-то вот именно вот только про это и думаю, что брать новую машину и работать на таких новых машинах. Просто договариваться с кофилем, сказать: слушай, кофиль, давай это купим. Зарплату будешь отчислять сразу автоматически в этот. То есть поднакопить на первую оплату. О, вот здесь на первую оплату 8000, ведь $2000 тебе надо заплатить. 2000 для начала, да? Потом все. Вот такие вот, братья, есть идеи у дядьки Нура в голове. Теперь надо их осуществлять. Бисмиллях.